Привет, ребята, я начинающий ютубер, сегодня мы попытаемся поиграть на серии Wayne World на карте, не знаю какая попадется нам карта. Так, а играть будем вначале в B2S, потом посмотрим как будет дальше, как будет настроение. Пытаюсь записать я этот первый ролик, скажу вам, уже не в первый раз. Играть буду пытаться за красную команду, потому что это моя любимая команда. Вообще, мой любимый цвет. А вот, вообще, я, знаете, не очень люблю такие игры, где много... Ну, B2S я именно не люблю. Игры, где много команд. Да, почему? Потому что там все очень быстро играют. Я играю относительно в Майнкрафт, играю лет 5. Даже, наверное, чуть меньше. А вообще в мини-игры какие-то играю года, наверное, 3. То есть, ну, вот так получается. На Wayne World играю года 2. Так. Ай, не люблю я эту карту. Да, вот честно скажу, просто ненавижу я эту карту. Так. Играю я, кстати, со скином Аида, скажу я вам. Да. Потому что это мой второй ютубер, который мне нравится. То есть, да, он хорошо играет в мини-геймы. А первый это был Лолушка. То есть он сейчас есть, да, мой один из любимых самых, но как-то он перестал, типа, снимать. Ну, не снимать, а просто... Он перестал снимать с друзьями, что немножко, честно сказать, огорчает. Ну и челик, видимо, хочет пойти пушером. Либо он пойдет пушером, либо будет стоять на дефе. Я даже не знаю, в какой степени от него будет больше пользы, потому что... Опять же, я вам скажу то, что я бас в этой игре. Да, занимаюсь я на самом деле еще не только я с ним буду снимать видео, я еще занимаюсь брейком. Так что, если что, если кто-нибудь захочет, то, в принципе, могу попробовать снять и что-то в этом плане. Видео из этого плана. Так, я надеюсь, он там хоть как-то достроил кровать. Так, ладно. Пойдем посмотрим. Железо какое-то. Так, 4 железа. Ай, корабль все скинул. Так, ладно. Покупаем. Что покупаем? Меч 3-го и грудак 1-го. Так, все отлично. Чем я побежал на центр. Да, если чё, я опять же буду пытаться делать все, чтобы попылось идти. Да, если это будет, конечно, в рамках того, что надо. Так, а у нас тут первый враг. Там мне палкой залупашит, по-моему, быстрее, чем я его. Ай, карамба, второй пришел. Вот это меня точно добьет. Ай, третий пришел. Ай, все, Алис Капудас, фантастично. Еще у меня что-то подлагивает. Да. Железо хилое, на самом деле. Я вам открою страшный секрет, я играю на ноуте. Да. Так, что так? А, блин, это плохо. К нам строятся челики через верх. Ладно, попытаемся решить эту проблемку. Так, покупаем меч. Блин, был бы лук, забил бы его. А, и через другую сторону становится тварь. Так, два железа. Купим себе хоть какой-то грудак. Ай, да, вот. Так, все нормально. Пока попробую постоять на дефе, может быть, что будет, что не будет. Ладно, так, челик, ты пока стой на дефе, я возьму, попробую сейчас кирочку взять.
какую-то самую хилу. Блин, взял две. Ладно. И еще давай. А я попробую по ихнему же пути пройтись к ним. Да. Пройтись подумал, а блоки взять не подумал. Сейчас мы, конечно, сольемся, как всегда. С такими-то людьми в команде. Да, ну ладно. Посмотрим там, что там они. Пытаются, что-то стараются, но... Так. Блин, извиняюсь за выражение, конечно. Он на желтых ставится. А нет, все-таки на нас ставится. Гнида. Или... Да. На нас. Так, ну, шот. Давай, прыгай. Посмотрим на тебя. Какой-то в бою. На самом деле, да, я, по-моему, пойду уже. Ну, что поделать. Так. Давай. Дай карамбу убил. Ну, все. Да, я ливаю. Так, что, зайдем за кого? Зайдем опять в вас, посмотрим, что у нас там да как. Зайдем, наверное, в обычный, как всегда. Ой, в какой-то японский дошел. Сейчас, ребята, сейчас все будет. Так, отличненько. Снимать, я думаю, в скором времени со своим другом. У меня есть одноклассник, на самом деле, это... Была его инициатива сделать так, чтобы я создал канал, и мы играли с ним вместе. Да, то есть, поэтому мы и думаем играть с ним вместе. В основном я буду играть на Wine World, пока не имею первое время, я точно буду играть только на Wine World. А потом, может быть, начну там ходить по серверам, пробовать что-то новое. Да. Начнем до игры. Вот это вот как-то более-менее каточка. Нет, так думаю, то, что зайдет. Предыдущая была вообще в ноль. Нас, по-моему, самых первых затащили. Да. Ну ладно. О, нет. Это карта хреновая. Это карта неимоверно хреновая. Да. Ладненько. Тут у нас золото спавнится, да, как всегда. Еще мы пылесосили, конечно. На самом деле, я вам скажу, мне сейчас холодновато. Потому что я сижу дома. Да, но, блин, у нас полностью открытое окно, а мне впало его закрывать, так как я хочу снять видео нормально, хоть один раз. Да, и скажу вам, я снимаю Короче, снимаю его уже не в первый раз, пытаюсь это видео снять. Так что посмотрим. Может быть, вообще получится так, что будет хреновый голос. Если будет слишком хреновый голос, то я, скорее всего, попробую как-то это решить, возможно, с помощью монтажа, а возможно, с помощью еще какой-то херобоиды. Если голос будет так более-менее, то... то я его так и оставлю, не буду там ничего менять. Хотя, если будет все-таки плохо, то, скорее всего, поменяю. Попытаюсь. Тут я вам скажу, центр у нас находится наверху. Блядь. Центр у нас находится наверху, так что мы как-то сильно ничего не потеряем, если будем строиться вверх.
капец, я вам скажу. Ну да. Кто же еще, как не я, мог так сдохнуть? Да, я вам скажу, мне неимоверно сейчас холодно. У меня руки дрожат. Из-за всего этого. Да, Нам, пацаны, вообще, видимо, наркоманы. Надеюсь, он хоть базу будет дефать. А еще был когда-то, я помню, очень хороший серия. Мне очень на нем нравилось играть в Advice. Но, блин, прошли годы, я забыл его название. Да, забыл название, пароль, IP, IP-ключ. Ну, что там надо, я уже не помню. Поэтому приходится играть так. Снимать видео я буду недолго. Минут 20 максимум, может быть, потом, конечно, перейду на другой уровень. Но пока что вот так. Так, как так-то, а? Блин. Ладно, мои вообще, видимо, мешают, что надо делать. Потому что только закупают броню. Этот челик вообще все золото пылесосит. Не знаю, нахрена им столько золота. Хотя там оно не так быстро спавнится. Но, в принципе, нахрена все равно столько золота. Купил бы самый хреновый лук, уже бы мог задефать нашу базу, если кто бы просто бежал скинуть, попытаться. Конечно, возможно, у него меткость. О, челик начал строиться. Это очень хорошо, потому что так как строюсь я, мы будем строиться неимоверно долго. Так, это он упал или его скинули? Тихо. Я чуть не сдох. Эх. Так. На самом деле мы неимоверно долго строимся до центра, по-моему, самый первый, последний достроимся, потому что когда-то я доставил сюда до 10 минут. Да. А сейчас, как вы видите, ни хрена. Слишком переборщили. Да. Разбавить щитцом переборщили. В принципе, можно сделать по-другому. Типа, ну да, но у меня не хватит лука. Как всегда, чё, нормально. Да. Ну, там все экипированные. Ну, в принципе, самое главное, чтобы ему это золото не досталось. А мы побегаем. Да, я могу и побегать. Ну, на самом деле, я недолго побегал. Ну, самое главное, чтобы ему золото не досталось. Потому что наши вообще в зюзю. Причем, да, вернуться я не мог. Потому что недостаток блоков. Куплю себе хоть какую-то броню. Блоков. Так, если что, у нас там кровать. По зыбору сейчас, может быть, ее хоть как-то на минимуме застрою. Да, я вам скажу, я реально картавлю. То есть... Вот так. По крайней мере, с рукой ее не сломают. Уже хорошо. Пошли дальше. Да. И, ну, видимо, пушинг у нас не получится. Ладно. Пускай они хотя бы оборону держат. Да. Конечно, может быть, они очнутся еще. Не хз. Это их. Все-таки достроился. Но, блин, все равно, видите, как неудобно получается. То есть... Я могу сделать, в принципе, вот так вот. Да, неплохо. Так, заберем сейчас какое-то золото, какое здесь еще успело заспавниться. За все то время. Так, вроде, по крайней мере, никнеймов я пока что никого. Ай, желтый. Валим. Так, валим. То красный, видимо, пошел рашить. Синих, это очень хорошо. Так, у меня вылезла какая-то хербоина. Сейчас. Закрыть. Закрыть, я сказал.
Все. Так, ну аллилуйя, наши пошли наконец-то на центр, а я пошел домой. Обменяю золото на железо и пойду сюда уже хоть чем-то, а то я пустой. Да и хапки надо купить. А потом, что потом делать? Потом я куплю, скорее всего, кирочку и попытаюсь сломать зеленых. Или, так, кто у нас там? У нас вообще только в красной команде 5 людей, да, это очень хорошо. Держимся пока что, значит, так. Меч какой-то, вообще не нужен. Не нужен, я сказал, не нужен. Не нужен. Ах, ты же собака. Я забыл, что тут. Так, обмен. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, покупаем грудак 3-го. Меч. А, у меня и так выдали меч. Дали мне. И что, ладно, сделаем так вот. И что еще? А, и хавки надо было купить, да. Так. Там можно кто побьет. Так. А я пошел на центр. Да, может быть, я, кстати, не буду их хашить, пока что. Так, блин, чувствительность маленькая, но чувствительность побольше поставить. Да, а я там думаю, что так непривычно. Чё я всеаю так жестко? У меня чувствительность маленькая стоит. Так. Два слитка золота. Более-менее. Лучше, чем ничего. Так, посмотрим, что тут у желтых. С коммунизмом у них что есть. Ай, твай, тупая. Тупая, тупые. Хамуха. Эх, как я ненавижу. Ну ладно. Так. Все. Сали все, что у меня было. Ладно. Чё? Я так думаю, просто взять, типа, купить. Чисто кирочку. Просто кирочку и попробовать. А, блоков еще можно взять. Блоков и попробовать их зарашить. Единственное минус то, что здесь нету нигде воды. Так бы можно было высоко подняться и катапультироваться, конечно. Было бы интереснее. 16 блоков, слишком мало. Там кто-то мини-котика, видимо, любит. Да. У меня 21 коин. Да, в принципе. Я вообще, то есть... Купил мою маяшку и знак чего купаю. Больше ни хрена. То есть, да, может быть, если захотите, я куплю курьер. Там какие-то, если накоплю. Все зависит от вас, опять же. Так, ну, что мы делаем? Просто прям... Ну, давайте попробуем. Та-т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 а
Скажу вам, я на самом деле, у меня очень слабое железо. Да, вот, поэтому играю я в Майнкрафт, как минимум, пока что. Да, почему именно Майн? Не знаю, просто Майн мне как-то нравится. И, ну, мать, так. Недавно я, короче, поставил себе, у меня накрылся жесткий диск. Вообще, просто накрылся. И я недавно решил, типа, ай, карамба. Ладно. И недавно я решил поставить себе, типа, новый жесткий диск. И там закупил за где-то 4 штуки, там, 3,5, чуть больше. Вот. И, в общем, купил я, значит, его, установили мне его. Да. И там была такая штука, то есть он, жесткий диск мощнее в 10 раз, типа быстрее, да, но на нем меньше памяти. То есть, если у меня на том старом был 0,5 терабайта памяти, то на этом у меня 111 гигабайт. Это абсолютно вся. Считаю то, что
Этот, а биотипы, типа. Вот. Ну да. Конечно. Так вот, в чем дело? Короче, памяти неимоверно мало. А мощности, разница в мощности я так и не нашел. Карамба. Твой. Твой. Ну все, нас завалили. Да. Отлично, я еще и в жопе мира появился. Опять. Ну все. Мы Алис Капут, достичь фантастич. Все, мы сдохли. Вава. Вава, не сейчас разрушим нашу камеру. Мы составим струя. И, скорее всего, это ненадолго. Ай, вава тупая. Ладно, еще. Сейчас это будет, наверное, последний бой в моем World. Может быть, я сниму сейчас еще дополнение. То есть, если мне понравится, я сейчас посмотрю, как это все будет. Вот. Если что, пишите, я там могу буду больше, меньше там видео делать. Все зависит только от вас. Длиннее, короче. В общем, если продолжения не будет, то пока. До свидания.